Сегодня у нас особенная гостья. Зовут ее Лили. Привет! Видите, как? Шарлаточка. Очень хорошо сказала. Она сегодня готовит свои special noodles. Такие вкусные получаются. И она готовит это в течение нескольких, скажем, 5-7 минут. Что же нам понадобится? Она на английском скажет, я постараюсь перевести. Лиль, what do we need? Что нам понадобится? You need one block of tofu, already pressed and dried. Поняли, да? Three different types of mushrooms. This one is enoki, seafood mushroom, and bunapi. A clove of garlic. Вы все понимаете сейчас. Soy sauce, sesame oil, avocado oil, sesame seeds. И secret ingredient. Tofu sauce. Spices. Okay, готовы смотреть мясо. Аса? Mango bean sprouts. Okay, your turn. My turn. Моя очередь перевести. Что же нам понадобится? Эти glass noodles, по-моему, называют стеклянные noodles. Батата, из батата делают. Sweet potato и тача. Потом понадобится крепкий тофу. Она уже отжила всю воду. Mushrooms, разные грибы. Все по... Какие грибы есть? Под рукой можете брать. И сумклиник или ничего? Кунжут понадобится. Кунжутное масло, соевый соус, масло, авокадо. А в этом соусе есть джинджер, паприка, гарлик тоже есть, чеснок. Что еще там? Сойбин. О, томейдо пест, томатная паста есть. Сойбин пест, паста от соевых бобов. И разные имена, которые не хочу даже читать. Там сироп какой-то, такие химические разные. Есть экстракт xanthan gum. И разные artificial flavors, которые вам не надо употреблять. They don't have to use all those artificial things. Only ginger, имбирь, garlic, чеснок, паприка, томатная паста, soybean, паста соевых бобов. Много чего не надо. Вода тоже есть. Окей, это для заправки. И что же надо делать? Ничего себе. I'm gonna start by cutting up the tofu, but we'll need to add some avocado oil to our pan. Она жарит тофу. Почему лучше? Она боится масла. Two tablespoons. Две столовые ложки, говорит. Лили одну столовую ложку положила. And I like cutting them into cubes. Squares or rectangles. А там кипятим воду для ноггетс. Там есть тортиллас. I'm just gonna add these in. And be careful. Будьте осторожны, говорит. Предупреждает. And then you fry them. How long? Until it gets a little bit golden brown, and then you're gonna add some soy sauce so it can retain the flavor of the soy sauce. Немножко пожарите, пока золотистого цвета, потом соевый соус сверху добавите. Пока она жарит, я ее спросила, можно начать с нудлс. Варить. Нудлзы просто воду вскипятили, добавляем туда наши вермишели, пол пачки обычно добавляем, здесь 400 граммов, 200 граммов. Еще немножко, я очень их люблю. Это пусть варится, потом отрежу, потому что очень длинные они. Это что, знаешь, кисера? Она не режет. Сейчас они мягкие становятся. Сразу все в воду добавлю. Варится несколько минут. 5-6 минут. На пачке написано. Я обычно на состав, на consistency пробую. Если уже мягкие,
не очень такие крепкие, уже готово. Вынимаю. I'm just gonna press a clove of garlic into this so it can saute. Чеснок добавляю, чтобы вместе чуточку пожарились. Mushrooms or soy sauce? Soy sauce. Oh. So it still stays crispy after you put all the stuff on top. Говорит, надо soy sauce потом добавить после жарки, чтобы тофу остался хрустящим. I'm just gonna put our soy sauce. How much? 2 or 3 tablespoons. 2 or 3 столовые ложки. Тофу, по-моему, было 400 с чем-то граммов. Почти 1 pound, да, тофу, или? 460 граммов. Запах такой хороший. Чеснок, соевый соус. I'm just gonna let this sit a little bit. Немножко пусть поварится. Я так правильно все перевожу. Грибы, естественно, мыть не будем. Просто удалим корни, вот эту часть. И можно уже добавлять. Эти тоже не моем. И ноги тоже не моем. Из которых вы качали? Я. Маленькие, прелестные mushrooms. Сюда разносим? It's almost ready. Почти готово тофу. Вот хорошо пахнет. Уже на это можно добавить noodles и готово. Немножко джинджер. Если нет этой пачки. Ну, в пачке все эти, все, что сказала, можете на глаз чайную или пол чайной ложки добавить. Паприка. Чили можно добавить, корейский чили. Чили берем и печем. Ха, так. Огонь. Надо, чтобы не липнущим дно было. Это уже, эта сковородка износилась. Новая, Сейчас она добавит соус. О, это жидкий соус. Есть 4 ложечки. Я не знала, что это жидкий. Но это окей, it opens like this. I know. Все предусмотрели. It's gonna be loud. Сварить в этом соусе и грибы пойдут. Yeah, and then you're just gonna add all of your mushrooms and your bean sprouts. Как там mushrooms, грибы сразу они такие нежные и маленькие становятся. И пусть варится несколько минут. Уже сварились. Это значит, почти все готово. У нее тоже все готово. Наверное, на нудлс можно и холодную воду чуточку добавить. Но, наверное, и не надо. Лиль, лучше эти сюда добавить, чем нудлс сверху грибов. Здесь легко будет помешать. I just wanted to say that I like to add a bit more soy sauce and some of the sesame oil since we didn't add it. Just a побольше соевый соус и это sesame oil. Tablespoon of each. Teaspoon, shotgun. No, not tablespoon, sorry. Teaspoon. Чайная ложка. Очень сильный аромат. Уже vanilla flavor. Хорошо пахнет, Лилин, шляпку. Я не знаю, сколько стоит. Можно
можно, да, попробовать? И все, закончили. There we go, okay. I have it. Хорошенько замешиваем. Yeah. Пусть она замешивает. It wants some color. Цвет хочет какой-то. Можно было еще брокколи, можно было добавить сверху чай брокколи. Broccoli is good on it too. Хорошенько замешиваем. И готово. Sesame seeds. Кунжутное масло. Одно масло. Семена. Купим с ингредиентами. Зеленый лук очень хороший вкус и цвет придаст. Я так думаю. Look at this. Yeah, it's right here. Это? I'll add some of this chili. Looks much better now. Лучше выглядит, говорит. But when you're by yourself, it doesn't really matter. Все. Будет пробовать, держитесь. Легко, да, готовится? И, думаю, все ингредиенты доступные. Так, соберем линию от ванок. Сначала фото сделаем, потом уже будем пробовать. Так, сами берем. Вот еще черный кунжут есть, тоже хорошо подходит. Красота, да? Пожалуйста. Самый ответственный момент. Я без сирача не могу просто. У сирача узумес? Not this time. Okay. Я всегда сирачу добавляю во всю эту смесь. Очень-очень вкусно. Вкусно. Я ей не напоминала. Да вы лежите. Очень хорошая память у дочки, оказывается. Ваша мать наша. Грибы, когда их много кладете, еще вкуснее. А про сердце, thank you very much. Thank you for watching. Make sure to like, subscribe. Говорит. Спасибо, что посмотрели. Обязательно ставьте лайки и подпишитесь. Очень стандартное ютубное выражение, которое я почти не использую. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Рецепты писать не буду, но очень быстро, очень так... беззаботное блюдо получилось, так что вы тоже приготовьте. Огромное спасибо, что посмотрели. Увидимся. И сейчас наслаждаемся. So good.